Похоже, что место будет довольно ловушечным, я бы сказал. Попробуем дверку взломать. Ах ты черт, думал, мне сейчас повезет, но нет. Оп. Всего-то рычаг. Может быть, что-нибудь ценное? Нет, скоты. Вы меня обманули. Еще одно оскверненное тело. А, понятно. Значит, в той комнате что-то ценное есть. Какая-то змея. А ну-ка, сундучок. Это что такое? Хороший древний норский меч. Мне нужен не просто хороший, мне нужен лучший. 20 монет и все. Ну, отлично просто. И я тут парился, взламывал полчаса эту дверь. Я вот ненавижу такие большие пространства, потому что схватки здесь происходят всегда нехилые. Ну, черт возьми. Ну, ладно. Ну, все. Не будет здесь никакой схватки нехилой. Ну или хотя бы хилой. А это что у нас такое? Ничего. Ну ладно. Пойдемте дальше. Наша экскурсия продолжается, дамы и господа, посмотрите, пожалуйста, это труп, у него есть золото, вы можете его обыскать и окупить свою сумму, затраченную на экскурсию. А теперь идемте убивать, пожалуйста. Тут беда прямо в воздухе висит. Черт возьми, это что такое? Ребятки, а вы что без ножек-то, а? Вы какие-то... порченные, как и написано. Не, ну вы заканчивайте, а? Чё-то вы офигели совсем. Без ног уже меня пытается убить. У них даже стрел нету, а? Все равно вы слабачки. Так, еще одна кнопка, которую я должен нажать зачем-то. Сейчас сначала посмотрим, что здесь вообще ценного, неценного. Ничего такого, что-то нету. Нужен ключ. Что в той двери? Может быть, склад какой-нибудь, а? А? Нужен ключ. Везде им ключ подавай, а? Вот требовательные пошли. Ну, вот вам ключ. И опять ничего, да? А там у нас что? Какой-то проход. Так, это проход, да... А-а-а, там есть сундучок. Нет, не сундучок, это вообще ничего. Что здесь? Зачем здесь? Видимо, они дразнят меня заваленным проходом, но... Но здесь ничего не сделаешь, поэтому придется в ту дверь протискиваться. А, тоже открылось. Ах ты! Засранцы, а! Вы не увернетесь от моего праведного гнева. Хотя у меня гнева никакого нет. Я вообще не понимаю, зачем я здесь. Просто это шантаж. Меня чуть не улопатили с 10, с 200-метровой высоты. Не с 10-метровой. С 10-метровой не страшно. Господа, прошу вас не рассыпаться так быстро. Это же как-то несерьезно даже. Мне...
дольше булаву доставать надо, чем с вами сражаться. Кто хочет меня? Понятно. Ладно, сейчас. Окей, я разобрался с тем, что меня отвлекало. Что это за черный дым тут поднимается? Я такого не замечал. Ладно, там тоже такой же смрад стоит. Но мне он не страшен. О, аметист. Нафиг не надо, но классно. Ничего этого обыскать нельзя. Там какие-то еще довольно большие пространства за этой стенкой. Что-то там шумит. Как у двемеров прям. Что-то еще как-то прерывается, знаете. Окей. Глюки звука. Звуки глюка. Только одна дверь, я насколько понимаю. Ладно, давайте зайдем в нее. Мне, в принципе, плевать, куда идти и зачем. Главное добраться до заветных. Сколько я там хотел серий? Минимум 300. Ну вот, до них и доберусь. Еще одно оскверненное тело, не только оскверненное, но и засунутое в какой-то чан. Повара незнатные, как видим. Так, сундучок открытый. Это настораживает. Ну ладно. Да, ловушки нету вроде бы. Все с этим нормально. Странно. Они сами хотят, чтобы их ограбили. Вот в чем прикол. О боже, опять лучи настраивать. Меня это даже волнует больше, чем вот этот вот парень, который пытается меня убить. Ну и все, только Атронах остался. Вместо него. Двуручный меч, больше ничего. Он с собой не таскал по жизни. И по смерти тоже. Ну ладно, нам нужно туда забраться, я так понимаю. И возможно перераспределить энергию с этого кристалла вот на тот. А забраться можно туда только через эту дверь, видимо. Ах ты черт. Не вижу, покажись. Ага, сюда бежит. Ах ты, черт косматый. Ты вообще кто такой? А, тоже порченная тень, здесь других не боится. Получи. Я уж испугался, что он меня критическим ударом снес. Тоже ведь бывает такое. Когда такой с полным здоровьем, думаешь, я сейчас всех завалю, не буду сохраняться никогда, и нафиг мне это не надо, а потом тебя критическим ударом снимают. И все, или зажирает дракон. Вот. Нужен ключ. Отлично. Вот так вот. Открыто, господа, спасибо. Ой, за это нельзя подержаться, так скажем. Нельзя прикасаться к этому лучу, иначе будет больно. Так, железная дверь эксперт, но это мы легко сломаем, конечно же. Ну, как я и говорил, я же эксперт, правильно? Фигли, тут еще думать. Мага, ну отойди, ну что ж ты такая широкая, ты все заграждаешь постоянно. Немножко эльфийских стрел нам не помешает. Текс. В урне я уже копался? Нет, видимо, не копался. Тоже немного золота. Текс. А кто еще тут может быть? Никого. Ну ладно, давайте пропрыгаем обратно. Раз уж так. Кстати, как мага сюда забралась? Неужели она додумалась? А, это я тупой. Здесь, оказывается, лестница есть. Ну ладно. С кем не бывает. Вообще ни с кем, только со мной такое бывает. Ну ладно, черт с ним. Так.
Фалкон Килкрита. Ой, кто... А, это... Гигантский тролль. Тролль-гигант. О чем-то думает. Проклятие. Вот это вид. Никакого проклятия не вижу. Отличный вид. Там опять кто-то рыгает или что-то делает. В общем, говорит о том, что присутствует там враг, с которым лучше без сохранения не встречаться. Ладно, поперли. Опять я беру свои горящие ладошки. Проклятие для всех врагов. Ничего-то здесь никого и нету. Еще один эксперт. Давайте покажем вам, какие мы эксперты. Ах ты, черт, не сэкономил отмычку, ну ладно. Со второй открыли. Двемерский кинжал. Ламеллярные наручи истинного взломщика. Взлом облегчается на 30%. Возьмем, вес всего лишь 2. Покруче всяких амулетов. А если использовать в связке с амулетами, то это будет вообще круто-круто. Перед нами ни один замок не устоит. Ну, в принципе, и так перед нами ни один замок не может устоять, но, тем не менее, возможно, придется попариться. Как-то раз. Зачем-то полез в пустую урну. Опять этот замок. Вы заколебали, я заколебался лазать. А ну, изыди, нечистая сила. Я говорю, изыди. Короче, взад иди. Чё непонятного? Так, этот уже злее выглядит, знаете. На! Супер-пупер мастер стайл. Я аж сам себя начал уважать. Вы говорите, прокачка неправильная. Попа у вас неправильная форма, а прокачка у меня правильная. Так. Поищем здесь как... Понятно. Поискали. Ну, мага, ну зачем в меня стрелять-то? Такое ощущение, как будто friendly fire какой-то врубился, и мага меня просто не задевает. Не приносит мне ущерба, вообще никакого не наносит. Это даже, наверное, хорошо. Хоть и немножко неправильно. Что у нас тут? Опять оскверненное тело. Любят они оскверненные тела. Хотя, наверное, духи принадлежат именно этим телам. Золото, золотое кольцо с изумрудом. Главное, тарелку не взять. Она мне не особо нужна. Мага, смотри, враг. А ты его не убиваешь. Как это понимать? Я вот не понимать. А ты как это понимать? Наверное, тоже никак. Ты вообще ничего не понимаешь. Череп. Юрик, Юрик. Где ты был? На кладбище вот купил. Вот череп от тебя только и остался. Нифига себе, бутыль я подобрал. Лучшее зелье магии. Опять две двери. Ладно, в одной, за одной из них точно какой-нибудь сундук. А вот за той... Проход туда, куда мне нужно. Я сундук хотел, а не врага. Сгори. Ну, или, не знаю, вот так вот, что ли. Сдрысни. Короче говоря. А, может, это на выход. А что мне надо было здесь? Забрать какую-то шнягу.